такой флешмоб. Ну и что, что у кроссовок вышло? У них и тот, кто это придумал, вышел. Из компании. Навсегда. Надо по-другому свои права отстаивать. Эй, чё как, сестренка? Надоела мне эта работа. Женщинам помоги, животным помоги, детям помоги. Мне кто поможет? Хорошо было раньше. Я была самой умной девочкой в школе. Все меня уважали. Ну или тебе так казалось? А что? Вот что у тебя во взрослой жизни хорошего? Я могу тусить хоть всю ночь. Это потому, что тебе ночевать особо негде. Я могу покупать алкоголь. Только тебе не на что. Я сплю рядом с живой женщиной. Мама не считается. Карамба! И действительно, в школе было лучше. Проще как-то. Ну что вы разорались? Школа, школа, да гори она синим пламенем. Уроки, домашка, вставать рано. Кто-то против кого-то дружит. Проблем море. У кого-то усы растут, а у кого-то грудь. У кого-то и усы, и грудь. Это же ужас. Я хочу снова быть младенцем. Ешь, спишь, орешь. И все вокруг тебя носятся. Раньше было лучше. Нельзя было лететь без профессора. Теперь мы заблудились. Да, я знаю где. Судя по внешнему виду аборигенов, это 21 век. Тебя не смущает, что ты сам из этих аборигенов? Черт, еще и бак пробил. Обратно лететь не на чем. Подождите, мы заблудились и в пространстве, и во времени? Нам не профессор нужен, а доктор. Кто? Именно. Подождите, я поговорю с местными жителями. Земляне, я пришел с миром. Он нормальный? Братан, что надо? Мы, точнее они, люди будущего. Эй! Жители будущего. Люди, роботы, ракообразные, пришельцы, черви-торгаши, неважно. Наш корабль немного поломался. Давайте вы поможете нам с топливом, а мы расскажем, что в будущем грядет. Не нагнетай. Тем более, вряд ли изменения во времени приведут к чему-то хорошему. Да ну вас с вашим будущим. Нет в нем ничего хорошего. Да, мы только что решили, что раньше было лучше. Но туда, к сожалению, уже не вернуться. Почему не вернуться? Мы же к вам попали. Давайте вас отнесем в ваше прошлое, а вы нам топливо. Почему бы и нет? Договорились. Какой год? 1995. Сегодня ого! Женщины в странной одежде, мужчины и рыцари в сияющих доспехах. На что, уже завоевали? Врешь, не возьмешь, казнить их! Ой, да подожди, может они с миром? Кажется, мы ошиблись веком. Смотри, какой хорошенький! Ты про котика? Сами вы котики, я демон! Ну-ну! Да нет же! Вот тот, зелененький, ушастенький, все как я люблю! Фрай, ты вводил дату? Ну, возможно, если кашляешься. Пойдем чинить! Мы с Мэгги тоже с вами. Тут сплошная антисанитария, никакой эмансипации женщин. И даже Вера Павловна еще не видит сны. Ну что делать? Идем! Красный рыцарь, а что же скрыто под вашим доспехом? Только самое ценное и ничего лишнего. Мой любимый вид мужчин. Привет, я эльфа! Привет, привет, красавчик. Что нужно сделать, когда видишь красивую девушку? Жениться и нарожать детей? Вот так сразу? Нет, конечно. А заточить в башне? А если еще подумать? Давай, красивая девушка, вот она стоит. Понял, скормить дракона в качестве жертвы. Тяжелый случай. Пойдем, покажу.
Эй, детка, часто тут тусуешься? Отвали от нее, придут тут всякие. Да плохо у нас тут с тусовками. Свадьба, походы, да похороны. Скучно. Скучно? Ну ты же принцесса, тебе не может быть скучно. Ты можешь делать все, что захочешь. Продолжай. Можно напасть на соседей, стать их лордом и воспользоваться правом первой брачной ночи. Но там же сплошные жабы. Не мешай ему. Так, еще. Можно зарабатывать, придумав бумагу, которая отпускает людям грехи, и торговать этим. Но это же нечестно. Красавчик, еще. Мы же в средневековье. Можно даже отменить крепостное право, но вести пенсионную реформу. Ты мой герой. Общаться, но, кажется, теперь я его персональный демон. Пока-пока. Но, дочь, не расстраивайся. Тут чертовски привлекательный мужчина. Да, кажется, мы нашли себе благородного жениха. Да, мамы. Бендер, поехали. Мы настроили корабль на 95-й. Идите без меня, я вас догоню. У меня тут свадьба с принцессой. Всегда хотел свое королевство с блэкджеком и алыми буквами. Вот, ваш долгожданный 1995-й. Ага, вот ты где. Привет, я эльфа. Эй! А ну отстал от него! Это тебе не Киф! Зеленый? Зеленый. Ушастый? Ушастый. Да говорил тебе, это не он! Как ты вообще тут оказался? По заданию межпланетной разведки я следил за Лилой, тайно пробрался на корабль, и он потерпел крушение. Что ты делал? Следил? Не волнуйся, моя одноглазка. С тобой все будет в порядке. Твой герой уже здесь. Как ты меня назвал? Киф, или как там тебя? Эльфа, заставь эту колымагу отнести нас в наше время. Уи, снова в рабстве. Да что ты себе позволяешь? Ну что, ребята, обживайтесь. Я пока корабль заправлю и пару канистр прихвачу. В этом времени бензин дешевле. Бывай. Так, сестры, чтоб не мешали мне отрываться. Не очень-то и хотелось. В магазине Спрингфилда случайно прорекламировали ружья как товары для школы. По неизвестной причине над стендом с охотничьими ружьями установили баннер с надписью «Начни учебный год как герой». Это вызвало недовольство покупателей и увеличило доходы от продаж оружия. Судя по всему, вселенная позаботилась о временной линейке, и все в этом времени воспринимают вас такими, какими вы в нем были. Ну, в смысле? Ну, в смысле тебя и твоих сестер тут видят такими же детьми, какими вы были в 95-м. Так даже лучше. О, Люци, смотри, это Нельсон. Мы в школе дружили, если можно так сказать. О, здорово, неудачник! Привет, Нельсон. Я просто иду мимо. Стоять! Сейчас ты поможешь мне достать шмеля. Ну зачем? Ему и так не сладко живется. Все над ним смеются. Симс, тебе напомнить, что я могу с тобой сделать? Вперед! Кажется, у меня появляется новый хозяин. Мистер Шмель, отгадайте загадку. В машине негр и мексиканец. Кто за рулем? Кем? Полицейский. Ай-яй-яй! В чем разница между латиносом и батутом? Кипаса? Перед батутом снимают обувь. Порке! Барт, ты опять хулиганишь. Это же нетолерантно издеваться над людьми, чья кожа ненормального цвета. Что дальше? Блэкфейсинг, бэтшейминг, буллинг. Не помню, что сейчас модно. 2 недели после уроков будешь писать на доске «Я никогда не буду обижать альтернативно развитых людей». Оба писать будете. Мы еще встретимся, Симпсон. Вечер. За гаражами. Блин, не хочу быть школьником. Взрослым лучше. Никто тебя не заставит делать то, что тебе не нравится. Надо найти Фрая.
севере дети нашли в песочнице снаряд от гранатомета. Дети пройдут тест на детекторе лжи перед встречей с Санта-Клаусом. День защиты детей Спрингфилда идет по расписанию. Спасибо огромное, что согласились приглядеть пару часиков за Мэгги. Гомерчик обещал мне, что это будет незабываемый вечер. Он наверняка вспомнил про нашу годовщину. Скорее, про Международный день дав. Это же он выбирал дату вашей свадьбы. Так, у нее нет соски. Сейчас она разорется. Но я не знаю, куда она делась. Что может ее вырубить? Маргарита? Но ведь она ребенок. Маргарита Лайн? Зайдет. Еще ее надо чем-то покормить. Как думаешь, пиццу она уже сможет есть? Нет, Мардж рассказывала, что надо что-то однородное. Ну, залей два куска молоком и смешай в блендере. Да, так, по идее, съест. А сейчас надо включить ей мультики. У тебя есть какие-нибудь кассеты? От бывшего осталась одна. Мы так и не посмотрели, хотя собирались вместе. Ура, Урацуки. Какая-то хрень японская, в общем. Ладно, ставь и пойдем на кухню. Сериал посмотрим. Да как так-то? Почему для него какой-то Дафф важнее меня? Извините, что напрягла вас. Мэгги, мы уходим на шопинг. Могла бы и не вызывать нас по пустякам. Потерпи, малышка. Сейчас мама переоденется, разобьет пару тарелок со злости, уберет все это, и мы поедем в магазин. Да как я вообще выжила, оставаясь с ними раз в две недели на выходные? Помогите! Заберите меня отсюда! В Спрингфилде появился голубь-токсикоман. Городской голубь удивляет жителей тем, что с удовольствием дышит выхлопными газами автомобилей. Появилось видео, на котором птица несколько раз практически засовывает голову в выхлопную трубу машины. Ясно. Вот добро, а вот зло. Нужно просто бороться за свои убеждения и идти к мечте. И тогда мир точно станет лучше. Привет! Как мне вас жаль! Какие же вы угнетенные! Находясь под пятой патриархального общества, вы мучаете себя ради цисгендерных угнетателей. Мы себя мучаем? О, таких запросов еще не было! Да, вы можете быть свободными. Вы не обязаны краситься, брить ноги и подмышки. Вы не обязаны ходить на каблуках и в облегающей одежде. Но нам нравится хорошо выглядеть и хорошо зарабатывать. Но это неправильно. Вы должны с гордостью нести свою женственность. О, поверь, дорогая, уж чем-чем, а женственностью мы гордимся и умеем ей пользоваться. А тебе бы поучиться этому, детка. Видимо, это общество еще не готово. Ладно, пойду бороться за права животных. Здравствуйте, мисс Абернати. Вы, наверное, самый добрый человек в этом городе. Раззаботитесь о таком количестве котиков. Ай! Да что не так с этим городом? Помогите! Люци, спаси! Котик. Нет. Котичек. Помогите. Прости, но ты же демон. Тебе же ничего не будет. Котуля. Спасите! Ребят, я так больше не могу. Мои идеалы тут никто не разделяет. Тоже домой хочешь? В настоящее? Где мы взрослые и все нормально? Да. Сегодня мы многое поняли. Это не наш формат. Просто унесите нас отсюда. Мы поехали, поехали. Подбросим. Вот и ваш 2019. Счастливо оставаться с вашей ужасной музыкой. Ну что, домой? Наконец-то! Мы дома!
герой всех спас, а благодаришь спасителя. Так, у нас вроде все в порядке. Город на месте, цивилизация на месте, на бабочек не наступали, временную воронку не взрывали. Да, надеюсь, и этот идиот ничего не испортил. Код истории не изменился, и все хорошо. Хотя мне кажется, что что-то мы все-таки забыли. Привет, теплокровные! Склоните голову перед вашим повелителем! Что? Слава роботам!